Нет, это все ложь и клевета. Она пытается меня опорочить в ваших глазах. Она завидует своему успеху и благополучию. Не волнуйтесь, Ашутин, мы вам верим. Кажется, графиня Воронцова совсем лишилась рассудка. Да, только больной ум способен на подобные думки. Бедный граф. Подробно сверился от этой женщины. Да, интересно, как она доставила его принять чужого ребенка? Вот уж не знаю. Говорят, итальянский сбежал из России. Впрочем, туда ему не дорога. Дамы, я считаю, мы должны проучить графиню. Я предлагаю объявить графине Воронцовой бойкот. А я считаю, что одного бойкота недостаточно. Эти люди, как графиня Воронцова, просто порочат высшее дворянское общество. Куртизанкам не место. Среди приличных людей. В таком случае мы должны сообщить всю правду обществу. Но вам не кажется, что это слишком жестоко? Кто из нас не без греха? Да, вы правы, безгрешных людей не существует. Но ведь есть правила, есть традиции. Можно и грешить, но при этом соблюдать правила. Да, права народная поговорка. Судить не за то, что украл, а за то, что попался. Решение пережить пришлось, значит, одному Богу известно. Вот только